Получить повышение по должности, поступить в престижный вуз, решить все проблемы можно с помощью денег. Такое утверждение в наше время становится популярным. Как бороться с коррупцией и как обстоят дела со взяточничеством на Ставрополье, полицейские, общественники и сотрудники Следственного комитета обсудили за круглым столом. Повод для встречи весьма значимый – Международный день борьбы с коррупцией. Противостоять такому недугу нашего общества можно лишь сообща, совместными усилиями и при активной поддержке граждан. Поэтому мы собрались здесь, чтобы четко обозначить, еще раз обсудить существующую проблему, принять профилактические меры для решения и возможности борьбы с таким явлением, как коррупция. Одной из главных тем обсуждения стали результаты борьбы с коррупцией в крае за нынешний год. Различные профилактические мероприятия способствуют улучшению ситуации, однако еще есть к чему стремиться. За 2015 год выявлено 474 преступления коррупционной направленности. Из них тяжких, особо тяжких 321 преступление. В крупном и особо крупном размере 50. Самой коррумпированной в крае, помимо медицины, по-прежнему остается сфера образования. Во многом этому поспособствовало нашумевшее дело Василия Лямина. Одним из наиболее громких коррупционных преступлений в указанной сфере можно назвать уголовное дело по факту вымогательства министром образования Ставропольского края Ляминым взятки в размере 1 миллион рублей за предоставление гарантий продолжения работы в качестве директора руководителю, соответственно, Кисловодского государственного многофункционального техникума. Как прозвучало, ставропольчане стали активнее. Все больше граждан обращаются в правоохранительные органы, чтобы рассказать о фактах взяточничества. Все это благодаря антикоррупционным мероприятиям, проводимым в крае. Члены круглого стола решили не останавливаться на достигнутом и обсудили эскиз нового информационного плаката для социальных сетей. В заключение встречи собравшиеся поставили главную цель, чтобы Международный день борьбы с коррупцией стал однажды днем победы над ней. Тамара Гадомская, Александр Лукьяшко, АТВ «Ставрополь».